Тракториста. С вами военный обзор, и сегодня мы хотели бы вам рассказать о шлеме 6B27. Шлем кардинально отличается от другого шлема, как, например, США-60, бронезащитой, удобством, материалом изготовления. Я вам сейчас продемонстрирую систему подвеса 6B27. К сожалению, у нас только реплика. Настоящие наши шлема уехали к нашим товарищам из Калининграда. Оригиналов здесь и здесь присутствуют маркировки с датой изготовления. Что касается самой системы подвесной, как видите, она регулируемая. Шлем регулируется в трех местах. Две завязки у висков и одна на макушке. Регулируется под любую голову, то есть если правильно отрегулировать, шлем вообще не будет болтаться, даже если уже не застегивать эти хлястики. Кстати, они тоже регулируются. На лямках мы рекомендуем сделать насечки, чтобы знать, где сторона внутренняя, где внешняя, и лямки не спутывались, как вот, например, у нас здесь вот. Я хочу добавить, что данный шлем гораздо лучше отличает тактики современной войны, чем США-60. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, репостите, комментируйте. Спасибо, что нас смотрели. С вами был военный обзор. Удачи вам!